Самый простой, но очень креативный способ выделить акцентную стену. Первым этапом на закварцованную стену наносим Imagine Gold при помощи валика. Затем, после высыхания, предварительно заколированный в темный цвет Imagine Travertine наносим в один слой. Затем, по-мокрому, при помощи щетки 1000 линий, начинаем формировать рисунок. Хорошенько давим на щетку, для того, чтобы в наших рытвинах виднелся первый слой нашего золота. Затем, через 5-10 минут, начинаем приглаживать при помощи шпателя. Ничего сложного, но при этом у вас получится очень крутая стенка, внизу золотой перламутр, сверху объемный черный матовый травертин. Кому детальный мастер-класс, пишите в комментариях.